Акселератор – это своего рода площадка, где служащие, входящие в кадровый резерв, могут воплотить в жизнь свои проекты. Идеи могут быть разные – от комфортной среды до работы с бездомными животными. Например, представители Баунтовского района предлагают самим жителям участвовать в оформлении придомовых территорий. Сегодня как происходит благоустройство территорий? Некоторая команда из администрации решает, что необходимо, допустим, сделать парковку 10 на 20, поставить, там, допустим, мафы, поставить определенные мафы, без учета контингента, который проживает, то есть это взрослое население, это количество детей, это возрастные, гендерные также признаки. По мнению авторов, эта инициатива позволит учитывать все пожелания населения. Всего участники отрабатывали 9 актуальных для республики социально-экономических проектных задач. На защите и презентации идей присутствовали и представители профильных министерств. Мы послушали то, что предлагают наши коллеги из муниципалитетов. Была в рамках созданной команды были представлены предложения, которые позволяют нам развить это на всю республику Бурятия, создать так называемый свой региональный стандарт. Помимо городской среды были представлены проекты по строительству птицефабрики, по работе с безнадзорными животными. Члены комиссии отметили интересный проект по сбору дикоросов группы из Баргузинского района. Организаторы мероприятия отмечают, что все проекты уникальны. Надо сказать, что есть большой интерес со стороны регионов, интересуются, как мы отрабатываем эти проекты. Для нас это, конечно, в общем-то, приятно, то, что это имеет резонанс. И мы надеемся, что эти проекты будут масштабированы не только в наших районах, но и будут иметь, наверное, интерес со стороны регионов. Сейчас проектные группы объединились, ведется работа по внедрению всех идей в жизнь непосредственно на местах. Первые итоги работы мы увидим уже в начале осени. Батыр Ламбай, Вячеслав Батоев, новости дня.